Нашествие Дедов Морозов открыло сезон праздничных торжеств, посвященных Новому году. Второй раз жители района Карачаева становятся участниками костюмированного парада и народного веселья, предваряющего зимние праздники. Площадь массовых гуляний вместила огромное количество участников и зрителей, желающих поделиться хорошим настроением, не испугал даже мороз. Продолжение темы в сюжете. Воспитатели детского сада «Аист» задают праздничное настроение костюмированному шествию еще на старте. Здесь же главные виновники торжества – Деды Морозы – раздают первые подарки. Всем желаю здоровья огромного, семейного благополучия, чтобы все жили в достатке и всего самого доброго. Детки! Только маленьким, видимо. Спасибо, дядюшка! Спасибо! К началу шествия колонна костюмированных героев заметно пополняется. К традиционным новогодним персонажам присоединяется Баба-Яга с самой настоящей избушкой, всевозможные лешие и кикиморы, а также многочисленные зверушки. Мороз бодрит, но участникам веселого шествия это лишь прибавляет настроение и придает сил. Вы смотрите, какие мы веселые. Морозец такой легкий, очень хорошая погода, прекрасное настроение, предновогоднее. Всем здоровья. Морозец опустился, сразу Новый год чувствуется. А то вчера было минус 5, и настроение не то. Сейчас морозное, новогоднее. Желаю всем отличного настроения. И выходите с нами погулять. Итак, 3, 2, 1, шествие вперед! Вместе запеваем нашу любимую песенку. В лесу родилась ёлочка. Праздничное шествие с песнями и танцами проследовало от храма Благовещения до площади массовых гуляний. Здесь участников ждали Снегурочка и Ямал-Ири. Большая и веселая компания немедленно перешла к главной церемонии. Дружные крики и хорошее настроение сделали свое дело. Новогодняя красавица озарила площадь огнями гирлянд. Продолжением гуляний стали новогодние хороводы, конкурсы и танцы вокруг елки. Настроение задавали, конечно же, главные виновники праздника – Снегурочка, Дед Мороз и их многочисленная свита. Никакой мороз не смог помешать людям от души повеселиться и потанцевать. В финале праздника все участники костюмированного шоу получили подарки, а общим сюрпризом для жителей района стал первый новогодний фейерверк. Владислав Селинов, Татьяна Стафеева, Гарник Маргарян. Служба новостей «Импульс».